Ну, атаки дронів на Росії відбуватимуться все частіше, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка своєю чергою незабаром остаточно перейде на територію авторів війни, щоб стягнути з них усі борги, написав Подоляк. Тим часом Росія продовжує оговтуватися від неспокійної ночі. Мінекономрозвитку після атаки безпілотника на Москва-Сіті повідомило, що співробітники зараз працюють віддалено. Інші ж орендарі вежі з'явилися подивитися на наслідки атаки. Подробиці у наступному відео. У меня офис вот в этой башне, как раз напротив дырки. Давай. Это 21 этаж, мы на 36-м. Пойду отсюда. Как видите, те же там же. Я пошел в контору. Хорошо, а где произошел взрыв позавчера? А нам так показали. И мы идем только туда. Только вот идем, и короче, и сразу взрыв такой. Мы сразу как побежали, там уже осколки, уже дым сразу наверх пошел. И уже как бы начали побежать уже служба безопасности. Вот так, и, ну, осколки были очень большие. Их аж собирали там, ставили. А сам беспилотник ты не видел? Вот, то есть как он летит и вот это все? Беспилотник не особо. Да, его никто не видел вообще. Это не беспилотник, это дрон. Он влетел, то есть, ну, я думаю, разве... Он влетел внутрь. Ну, самое главное, это все железо, то есть стекла, это все можно починить в любом случае. Главное, если живы, здоровы, то есть...